Здравствуйте, это канал Максимадзе, у меня в гостях Лёха. Привет. И мы сегодня решили поиграть в игру Super Smash Bros. Smash Bros. Super. Я играл в эту игру в 2018 году на канале. И что-то просмотров там было совсем мало. В каком году? В 2018. Она у тебя с того момента все еще. Да. Да, но вот эту версию я не играл. Это модифицированная версия игры Super Smash Bros. Brawl, вышедшая на Wii в 2008 году. И причем она даже круче, чем Legacy XP, который тоже снимал. Но есть минусы тоже, конечно. Но, в общем, мы в нее уже играли. На тебе джойстик. Но поскольку играть в эту игру как-то совсем неинтересно, поэтому со мной лег. Так, играем в режим битвы. Так, во-первых, мы должны выбрать режим. Режим на время, да? Ну, как тогда, как в прошлый раз. Ну, на время, да, 2 минуты. Давай, выбирай персонажа. Помни, что тут костюм можно менять. Я возьму Снэйк. Как всегда. Да, как всегда. Некого будет. Мне вот это нравится. Так, давай. Почему ты все время забился? На, потому что она мне нравится. Симпатичная очень. Я уже опять забыл управление. Давай. О, к этим стиком. Ой. Взять эту штуку скорее. Нет. Ах, я упустил эту штуку, а жаль. А ее можно было взять. Да, можно было взять. Я забываю, на какую кнопку. На А. Взять. Атаковать А и Б тоже там разные. Я же ее взял. Нет, я не читер. Просто ты забыл некоторые вещи. Ой, блин. Почему у тебя процентов больше? Нет. Да, эта штука очень важна, я должен ее взять. Нет. Ой, это что такое? А, это я выбрал. Этих штук из Марио. Заморозка! Я уже давно в эту игру играю. О! А почему у тебя процентки снизились? Потому что я еды поел, которая здесь валялась. Потому что я их выпустил. Короче, 2 минуты нам дается на матч, и кто больше вышиб кого, тот и выигрывает, собственно. Ты как будто читер. Ты какой читер? Просто я лучше играю. Ну ничего, по ходу игры, я думаю, научишься. От какого обычного? Я не успел выбрать персонажа, ну ладно. Пофигу. А, это из... Это, короче, типа мы находимся в приставке Gaming Watch. Древние портативки от Nintendo. Ой, блин. Короче, очень... Опять у тебя... Ну почему у тебя так мало процентов? Да, блин. Я упускаю помощника. Ой. Ой, это вот эта штука и бесполезная.
Блин. Как ты это сделал? Вот так. Абсолютно бесполезная вещь. Вот это просто... И вот этот, блин, замечает. Давай, давай. Нет. Ладно, я тебе позволю взять его. Да, да, нет. Ну ладно, я не поддавался сейчас. Я просто не получилось. Ой, а почему я прыгнул? Эй! Нет, нет, нет! Я покебол этот хочу выбросить. О, меч из звездок. Ой. Впервые я из этой штуки тебе не могу. Ой, а почему? О, таймер. Эти штуки бьют меня. Вот эти человечки черные. Блин, как так-то? Я даже таймер взял, чтобы этот не таймер, а этот замедление. А, замедление еще действует. Блин, я мимо бросил ее. Как так? Как ты выиграл? А что, должен быть проиграть? Да. Ну давай, давай других выберем. Либо, по крайней мере, я другого возьму. О, вот это. Костюмы можно выбирать. Мистер Гейм энд Watch. О. Но были приставки такие от Nintendo, портативные Game & Watch, и там человечки вот такие как раз были, вот только что на карте вот на предыдущем были. Ай, блин, меня шантарахнуло немного. Что он еле двигается. Ой, я забыл про эту штуку. Почему я два раза? Куда ты вылетаешь-то? Стой! Где он? Ты вылетел. Ой, блин. Как ты вылетел? Блин, дурацкий ящик. Я хотел пострелять, чтобы эту штуку взорвать. Пончик. Да, это проценты снимают. Нет, немного. Нет, я хотел. О, у тебя есть шанс за эту штуку. Почему ты то выиграл, даже не улетел? Я больше раз вышиб тебя. Я ни разу не падал. Я один раз упал, и ты потом упал. Давай, нажимай рематч, упал ты. Я потом пересмотрю. Теперь будет стыдно. Пересмотри, конечно. Нет, серьезно? Да. Я знал, что я выиграл. Прям. Давай, выбери кого-нибудь крутого. Это же не Тейлз ни разу не выиграл. Ладно, посмотрим, справится ли Марио с таким. Я в детстве играл. Вот чем... Вот этот мод круче Legacy XP тем, что здесь персонажей больше, но здесь не такие прикольные арены.
до CXP арены, блин, 10. Ой, блин. Звезда неуязвимости. Что это значит? Ну, в Марио уже была такая звезда. Берешь и становишься неуязвимым. Блин. Ой, ты маленьким стал. Это ж хорошо. Это нехорошо. Это нехорошо, потому что теперь тебя легче выбить. А что бы это изменило? Ты уже взял. О, вот это полезные гранатометы. Я разрешаю тебе взять один из них. Я вернулся, а ты че? Я гранатомет бери, я не могу взять пока. Ой, там замедлялка лежит. Мне взять ее тогда, раз ты не берешь. Нет, у тебя 150. Это то, что я случайно упал. Потому что я не понимаю. А то как-то улетел. В другую страну. И как ты еще и вернулся, я не понимаю. Ну, Б. Вверх и Б жмешь и подлетаешь. Так я так и делал. Так, еще кого бы еще выбрать? Вот персонаж довольно сильный. Может, протагонист против антагониста сыграть? Как в играх? Нет? Я бы взял темную Самус, а ты просто Самус. Тут можно, кстати, еще компьютерных подключить сюда. Ну и по командам еще поделить. Я не знаю. Вообще не знаю, что это. Джокер какой-то, блин. А, да, типа, сами 5. Ладно, Самус из Метроида. Холодильник какой-то. Ой. Тихо, ты что так бьешься с ним? Вот что, вот видишь? О, давай, хорошо, вылетел. Так все время, что ли? Да. Ой, блин. Ой, а что? Зависло, что ли? Что-то она зависла, по-моему. Так, ладно, пауза. Короче, что-то зависла у нас игра, пришлось перезагружать. Что-то такие же персонажи. Не знаю, я бы вообще бы хотел выбрать режим добавить компьютерных игроков по командам еще пилить. Ну это. Эта карта слишком большая. А, блин, я еще и режим забыл на 2 минуты поставить. Надо выйти отсюда сначала. А теперь другой уровень. Саб-Зиро это из Mortal Kombat, кстати. Ой, давай прием, я тяжело. Кстати, его не было ни в одной части Super Smash Bros. Оригинальной. Снейк был в версии для свеча и в оригинальной этой версии для Ви, не модифицированной, то есть даже. Блин, а чё она так медленно бит этой бьёт? На, нафиг.
Сколько тебе денег? Эй, а чё она зависла-то? Это понятно, палку лучше не брать. Чё ты зашустил? Потому что грипп мне прилетел. Грипп увеличение. Ну, возьми ты раз в жизни, господи, нормально. Как всегда. Какую кнопку брать, бля, это чё не слышу? Я же могу сказать. Промахнулся, блин. Это на старт ты нажал. Смотри, ты моя голова. Да, не надо. О, блин. Ай, да что ты? А, мне урон наносится от этого цветка. Она не взорвалась, блин. Да как? Ну как? Кстати, выкидывать на это, на селектор предмет. Ну, просто ты покебол упустил шанс писать покебол. Опа. Блин. Дурацкая коробка. Кто победил? А, ничья. Как? Блин. Ну ладно. Что, может, четверых уже возьмем? Ну просто чтобы для, ну, для разнообразия. Но надо же зрителям. А чё будет? А чё будет другой выпуск? Нет, ну все, это ж не последний выпуск. Ну у нас еще, ну, 17 минут прошло, я думаю, у нас еще есть время. Не знаю, может и больше рандомного выбрать еще. Интересно, что Самус. Она. Блин, что ты? Дырка, что ли? Да, а ты что, не видел? Ай, блин, ты что так больно бьешься? О, а, стоп! Ай, там еда, а что бы сделать? А ты что, застрял, что ли? Эй, так нечестно. Еще и таймер туда улетел, замедлял. Зачем? Сам уходите, зачем? Я ничего делать. Ой. Что делать? Что это за круг зеленый, блин? Кое-что. Мы рандомный же выбираем. Я тоже на этой карте, кстати, не играл ни разу. Да что ж так? Да я на тебя пушу. Блин, я пролетел. Вот надо три штуки собрать, чтобы получить бонус, который. А и Б. Блин! Я один раз уходил. Улетел. А я не знаю, что... Опять он тебя посмотрел, забывай. А я не знаю, что это цифра значит. Давай, выбери кого-нибудь, а я посмотрю, что выбрать. Йоши.
Пакман. Да? Ну ладно, я тогда темную самус беру. А, нет! А, ну ладно, пусть будет. А, корабль. Сам я никогда в Метроид... А, это катапульты тебя выбросил. Но если ты не будешь катап... А, во-во, давай. Да что ж ты... Вверх и Б давай. Ну вот вверх и Б. О, вот эта штука бесполезная. На самом деле. Еще одна выпала зачем-то. Ой. Ой, куда я улетел-то? Блин, только бы не зависло сейчас опять. О, штука. Да блин, да что ты не берешь-то? А. И чё? А, я тоже чуть не понял. О, что это за корабль? А, блин, я не знаю, зачем я это только что делал. О, а еще одна штука. Может, в этот раз она мне достанется? А, ну все равно. Бомбы! Ой-ой-ой, зачем я это сделал? Я так и знал, что ты сейчас это сделаешь. Давай. Ты тихо говоришь, еще мне кажется, тебя не слышно. Не очень хорошо слышно, в смысле. Да. А, стоп, я знаю, кого мне выбрать. Возьми вот это. Ага. Я хочу. Я вот этого хочу взять. Еще и черного обязательно. Ну не знаю, мне что-то не нравится. А что ты? Ух ты сильно. А? Не знаю, я за нее просто не играл. Попробуй. Не хочу, я за этого хочу. Battlefield. Вернее, просто. Ну, это оба персонажа из покемонов. Вот этот значок показывает нам об этом. Бомба! Промахнулся, блин. А, блин, чё я проглядел-то? Покебол. Покемон берет покебол. Зашибись. Ну вот, ты становишься умнее. Не поддался туда. Да нет, уже не ноль. Заморозка. Я ж прыгнул.
он делает? А это если вблизи враг находится, он засыпает под эту музыку. Блин, зачем эту дверь не взял? Куда? А я вообще не знаю, что эти цифры значат. А, может быть, нам выбрать режим, кто первый кого скинет? Ну ладно. Давай, Пикачу какого-нибудь возьми, блин. Терри, вот не знаю, сколько он игры есть, честно. Откуда? Тут звездочка какая-то. Звездочка это типа символ игры, из которой это персонаж. Да, ё-моё. Да блин, чё ты не даешь мне ничего сделать? Нет, нет, стой, ты чё так играть-то нафиг? Удар задницей, блин. Да что ты делаешь, а? Молодец, у меня в доме сирена завелась. Так ёп. Да ё-моё, да что такое, а? Чё-то ты разозлился, по-моему. Это что так? За что это за репка? Я не хотел это брать. Нет. Цепляйся за гетень. Ты меня много раз вынес вообще-то. Наверное, кто-то. А я не знаю, что это и откуда. Можно костюм менять, если ты не в курсе. Сейчас ты меня. О, музыка из Cat Mario играет, кстати, на фоне. Ничего ты не делаешь. Давай, нажимай на старт, блин. Вот, правда, смотри. А, джойстик отрубился, что ли? Пипец, короче, как это творится. Заглючил у Лёхи джойстик, что-то, короче, ему снова. Убираем персонажей. Так, подожди, теперь я уберу. Арену. Вот. Арену я уберу. Куда не выберу? Это. Ну ты же нажимаешь. Специально рандом. О, самолет. Ну ладно, такой арены не было, так что пускай.
Это прекрасный удар. Ой! Это я делал? Да, но ты бомбу кидал на собой. О! Опять. Бум! Бум! О, вот это. О, нет, нет. А, он сломался. То что? Иногда такое случается, что он ломается. Damage confirmed. Чё, тут пиланом в окно. Да. Замор... Ай, блин. Это ты меня отомстил за то, что я тебя... Я, ты что, не в курсе, что ли? Уклоняйся от этих пыль. Давай А и Б нажимай. Вот да я жму. Одновременно. Ну жму, вот жму. Чё, и чё сейчас будет, я не курсу. Ой. Чё сейчас будет, я сам не знаю. Я вылетел. О чё она делает? Взрыв! Мне даже, если честно, нравится, когда ты выигрываешь, потому что смотрю, как тебе не идет все время. Ну давай последний. Да. Чё, Снейк-то или... Ладно. У Снейка просто есть ракеты, но Биг Босс это усыплялка. Да. Может какой-нибудь другой цвет для него возьму? Зеленый возьму, все, погнали. Давай. Так, я убираю. Что бы выбрать такого? Так, это... А это не из Middle Gear Solid случайно? Кто? Выбираем ее. Это Shadow Moses. Между прочим, вот эти штуки. Между прочим, вот эти штуки можно разрушить. Ну, это точно будет. Погоди. Shadow Moses. Блин. Здесь своей задницей ломает эту штуку. Ой, блин, гранатомет. Да ё-моё, да что ты делаешь? О, молоток. И он сломался. Ой. О, кусок молотка. Ай, блин. Давай, Снейк. А, бита. Да ё-моё, ты чё делаешь, а? Да ё-моё, давай. Дейзи, кстати, была версия для свеча. Ой, блин, да что ты делаешь? Дум-дум-дум!
Что, все, последний это был, да? Да. Все, такой вообще не ну, короче, неплохо так сыграли мы. Надеюсь, что мы в будущем еще как-нибудь поиграем в других режимах здесь. Ну а так, игрушка. Да? Угу. На сегодня все. С вас и подписывался с нас эпичный видос. Подписывайтесь на Чоку Чуту Врачу, на мой стримский канал, спадивую ВКонтакте и всем пока.